На капоте другой машины оказался джип в результате дорожного происшествия у остановки 19-я школа. Оба автомобиля двигались по Волочаевской в сторону переулка Трубного, по левому ряду. Уже после того, как поток машин пересек зебру со светофором, впереди возникла ситуация, заставившая водителей одного за других предпринять экстренное торможение. Шестерым шоферам, ехавшим друг за другом, это удалось сделать безаварийно. Кроме последнего, который управлял «Тойотой Короной». Ему досталась незавидная роль человека, которому пришлось реагировать быстрее всех. Каждый последующий в этой цепочке замедлял свой автомобиль все более резко. В итоге автолюбитель на Короне вынужден был выжать педаль тормоза до отказа. Оставив росчерк резины на асфальте, легковой автомобиль так поддел корму внедорожника, что она оказалась на моторном отсеке Короны. И без того высокий клиренс Прада увеличился, дав ненормативную нагрузку на передний колеса седана. Резина выдержала. Цепная реакция не случилась из-за массы внедорожника. Он сдвинулся вперед совсем немного, что уберегло от повреждения остановившуюся перед ним Honda Civic. Девушка, которая управляла красной иномаркой, осталась дожидаться автоинспекторов в качестве свидетеля. Ей нужно было подтвердить, что у водителя Land Cruiser действительно были веские основания применить экстренное торможение. С места происшествия Михаил Сергеев и Андрей Алферов.